На повестке дня совместного заседания Комиссии планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности и Комиссии по вопросам комплексного развития городского хозяйства стояло три основных вопроса. Все они по решению депутатов вынесены на рассмотрение очередной сессии городского совета. Первым вопросом депутаты заслушали отчет Десногорского ОМВД о проделанной работе за первый квартал. На следующей сессии будет заслушан отчет о деятельности главы администрации за 2016 год. Двумя вопросами депутаты внесли изменения в устав муниципального образования. Четвертым вопросом депутаты рассмотрели изменения в два положения – о предоставлении специализированного муниципального жилья и о порядке и условиях приватизации муниципального имущества.